13.03 плюс 24. Всем привет, ребята. Решили прокатиться в час. Но, как видим, что прокатиться могу только я. Как всегда. Николай там с Володей выехали. Я думаю, что они уже едут 40 минут. Алексей тоже с Владимиром должны были подъехать к часу. Ну, как видим, никого. Алексей подъедет минут через 35, плюс еще выгрузка. В общем, короче, мы с кошками тут, чтобы время жизненное не терять, прокатимся немножко. Катну без каски пока, на прогреве. Забыл, как заводить. Сосе работает. Надеюсь, так звук нормальный, без микрофона. Главное, чтобы не болталась камера. Ну, думаю, нормально будет. Скажу, что давно не ездил. Проид, один цилиндр работает. Вот это молодец! Сейчас приадаптируюсь к мотоциклу маленько. А то, что там сейчас гонщики будут. Очень быстрые парни на 250-ках. Хрен догонишь, хрен угонишь. Ух ты, алабай какой. Девушка какой. Кроликом? Понятно. А ты так умеешь? Вообще не ездит рыб. Но зато он умеет граблями, косой. Ну и стопки лихо переворачивает. Вот так медленно едешь, кайфуешь. Еще едешь, дальше будешь. Как говорится. Вот такие вот дела. Ну вот так вот прогрел, и то. Ой, я даже этот подсос до конца не отпускал. На среднем положении. Там три положения. Вот сумочку приделал такую. Телефон там. Запасная батарейка. Вот такие вот пирожки. Всем спасибо, всем пока. И до новой встречи. Володя с Колей подъехали вот. А змея этого, сука, курва, нету. Алёши Поповича. Что вы делаете? Ремонтируемся. Это да.
Супер ремонт. Не успели выехать, уже видишь, поворотники потеряли. Надо подтянуть получше. Enduro T4. Ну, типа Volkswagen, да? Бусик. Wells это типа во, все хорошо. Да. Very well. 100 King Cross. Это ж Матис. Да. Метас. 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 Николай тоже Метас, да? Да. Мама, да. Две покупали сразу. Три даже. Три? Втроем. А-а-а. Я заказал. А у меня Гандон Хли. Курва пердоля.